Привет, народ! Глава Якутии запретил нанимать на работу мигрантов, и иностранцев будут увольнять уже в ближайшее время. Власти дали работодателям 3 месяца, чтобы лишить места сотрудников из других государств. В том числе и тех, кто работает по патенту. Действие указа, который подписал глава Якутии Айсен Николаев, распространяется на 2019 год. Ильдархан, как называют политика в народе, расширил перечень видов деятельности, которым запрещается привлекать иностранцев. В ближайшие 3 месяца в республике уволят тех, кто трудится на пассажирском, грузовом транспорте, на такси, на складах, на почте, в ресторанном бизнесе. Указ запрещает нанимать приезжих на должность продавцов, архитекторов, соцработников, учителей. Сельское хозяйство, рыболовство, лесозаготовки также останутся без сотрудников иностранцев. Айсен Николаев включил в список 33 вида деятельности. Говорит, Москва уточняет, что запрет не коснется граждан Евразийского экономического союза, то есть граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Хотя именно серия изнасилований мигрантами из Киргизии местных женщин, собственно, и вызвала волну протестов, которая, в свою очередь, и привела к изданию соответствующего указа. А мы начинаем. До конца этого часа в эфире программа «Что произошло?». Мы не показываем Украину, Америку и Сирию. Они сами разберутся в своих проблемах без нашей помощи. А мы будем разбираться в своих. Итак, поехали! Протесты в Ингушетии разгорелись с новой силой. Сейчас ситуация в республике все больше напоминает Майдан на Украине. В ход идут и кулаки, и подручные средства. Митингующие перекрывают автострады, прорывают оцепление Росгвардии. Подробнее в нашем обзоре. Ингушетию по-прежнему лихорадит. Притихшие осенью акции протеста весной разгорелись с новой силой. Ситуация все больше напоминает Майдан. Повод все тот же. Ингуши не хотят отдавать ни пяди своей земли Чечне. 27 марта участники общеингушского сбора за отставку правительства в республике в количестве 500 человек перекрыли в Назране и Кажевский круг. Это автострада, по которой можно проехать Чечню. Сотни митингующих простояли на площади Согласия ночи напролет. Ораторы призывали к отставке руководства и парламента Ингушетии, а также возвращению состава республики пригородного района Северной Осетии. К вечеру среды митинг приобрел характер несанкционированного сборища, и сотрудники Росгвардии убеждали собравшихся разойтись. К мирному расходу по домам призывали оказавшиеся среди митингующих местные аксакалы. Силовики через громкоговоритель предупреждали, что после 18 часов имеют право на силовой разгон митинга. Но, как передают очевидцы, росгвардейцы этим только распаляли азарт толпы. Ночью митингующие также безуспешно провоцировали росгвардейцев на применение силы. Однако силовики ограничили лишь предупреждением об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков. На следующее утро начались серьезные столкновения с Росгвардией. Силовики вновь обратились к собравшимся с призывом мирно разойтись. Однако в ответ в них полетели камни и стулья. Кстати, стулья были предоставлены администрации города Магаз для стариков, пришедших на площадь, как будто специально для боя. После этого бойцы Росгвардии пошли цепью на митингующих. В итоге в ходе столкновений пострадали 2 сотрудников Росгвардии, майор и прапорщик. Митингующие долгое время держали в осаде телецентр, откуда глава республики Юнусбек Евкуров в прямом эфире заявил, что действия и заявления организаторов и радикальных участников митинга, допустивших нарушение общественного порядка, получат правовую оценку. Впрочем, до правовой оценки еще далеко, а сейчас участники митинга взяли паузу на 5 дней. Если их требования за это время не будут удовлетворены, то они выйдут на новую акцию протеста. Впрочем, она будет уже санкционированной, а уведомление о ее проведении уже подано. На Урале неожиданно нашелся чиновник-стукач. Это руководитель аппарата администрации города Каменск-Уральский Владимир Шауракс. Посмотрите на этот светлый лик. Прям сияет весь, только нима над головой не хватает. Пожалуй, следует добавить. Вот так. А какие письма пишет? Постановлением администрации города номер 163 от 12 марта 2019 года на 17 марта 2019 года согласовано публичное мероприятие в форме митинга с целью обсуждения вопросов, связанных с проблемами изменения тарифов ЖКХ, привлечения внимания граждан к вопросу сохранения социальных прав и гарантий при проведении реформ и нововведений в сфере ЖКХ. Одним из организаторов данного митинга является Карпов ДВ, подавший уведомление в администрацию города 6 марта 2019 года. 15 марта 2019 года специалистами отдела организационной работы и связи с общественностью проводился мониторинг страницы Карпова ДВ в социальной сети ВКонтакте, и были обнаружены репосты, поддерживающие террористические акты в государственных учреждениях.
Скриншот прилагается. Прошу вас в целях профилактики экстремизма и терроризма провести проверку по данному факту и принять соответствующие меры. А сейчас общественник, на которого Шуракс написал донос, сам расскажет, как все это было. В то время, когда весь народ против мусорной реформы, и мы надеемся, что наша власть как бы будет нас защищать, наши права, интересы, наши чиновники говорят, что они очень рады этой мусорной реформе. Прям вообще очень рады, что это прям какая-то революция в сфере ЖКХ. Это очень возмутило. Мы сделали ролик, выложили в интернет с призывом прийти на митинг 17 марта. И вот буквально через несколько дней ко мне, к родителям, где я прописан, проживаю, пришел полицейский. Я законопослушный гражданин, я не нарушаю законов, я просто живу, хочу жить, работать. Но наше государство почему-то не дает простым людям работать. Оно постоянно его давит налогами, новыми какими-то санкциями, как будто нас не Америка прям давит, а собственное государство давит. Собственно, вот это самое видео, за которое начали давить на общественника. Вот эта мусорная реформа, это очень хорошо. Вот эта мусорная реформа для города, она ничего нового не принесла. Вот человек, вот существующий человек, он выходил и мусор выбрасывал. Он все время это делал. И остается так же. Ничего для человека нашего города, для жителя, не изменилось. Изменилась только оплата. И изменилось в том, что эта услуга ушла сегодня из жилищной в коммунальную. То есть этот платеж стал таким же обязательным, как вода, электроэнергия, тепло, газ. Евгений Чудовец стала первой жертвой чиновников-стукачей в России. Помните многодетную мать, что посадили за репосты? Сейчас она, собственно, и прокомментирует действия чинуши. Недавно Верховный суд вынес разъяснение к постановлению о репостах. Точнее, они рассказали о том, что сначала нужно провести беседу с человеком, только потом, если человек не понимает, нужно заводить какое-то дело, и то административное. И очень тщательно разбираться в том, почему этот человек опубликовал или репостнул ту или иную запись. Конечно, я возмущена действием этого чиновника. Действительно, есть дела поважнее у лиц, которые представляют власть на местном уровне. Они должны проводить разъяснительную работу со своим аппаратом чиновничьим, а не с людьми. А что вам полиция-то? Личная армия президента Росгвардии тоже отличилась на этой неделе. Смотрите. Чего ты смеешься? Ты смеешься над полковником, смеешься, да, надо мной, а? Я твою Сирию защищаю, влазю в пески, да ты смеешься надо мной, что ли? А? Ты уйдешь, когда я скажу, и все уйдут отсюда. А я люблю вообще предплечья резать людям. Мертвым особенно люблю. У тебя плечо отрезается, знаешь, как по сухожилию. Четко, зверка. Знаешь, вот этот крест я снял, убил генерала одного. В ущерб всем православным этот крест. Чтобы когда я им башку два раза стрелял. В глаз, в нос. Я сумасшедший. И вы отсюда выйти с живыми не можете, я сейчас захочу. Вы не знаете, кто мы такие? И что мы готовим для вас? 24-й год для вас будет революция, поверьте. Мы все готовимся. Каждый магазин будет взрываться в этот день, когда мы его назначим. Именно ты попадешь своими ушами. Именно я твои уши в банку положу. Ты не веришь мне, что ли? Я сейчас их могу положить. Отрезать тебе прям живому. Сейчас я героину боли не чувствую. Я отрежу тебе их. Все, есть ко мне вопросы? Этот молодой человек уже попадал в поле зрения органов внутренних дел. Дело в том, что он пропагандировал межнациональную рознь. А почему не сидит? Да правильно, потому что своих же не жрут. В Росгвардию идут люди, которые в первую очередь не могут найти место в гражданской жизни, не могут найти работу. У нас даже часто очень так пугали офицеры и начальники, что вот мы тебя уволим, пойдешь на гражданку.
лук на овощебазе перебирать, была такая шутка. То есть, с другой стороны, вы все понимаете, а кто идет даже, например, служить на срочную службу? Люди, которые имеют возможности как-то от срочной службы отмазаться, откосить, избежать военную службу на срочке, они, конечно, более богатые, чем те люди, которые не имеют такой возможности. Очень много людей в Росгвардии из именно тех регионов даже приезжают, где действительно нет работы на гражданке, так сказать. Нет предприятий. Мы сегодня видим прекрасно, что в России происходит. Что закрываются заводы, фабрики. А в последнее время очень много стало приходить именно сельского населения. Так как мы видим, что вокруг закрываются и бывшие колхозы, совхозы. Все это закрыто, все эти фермы, поля пустуют. А люди вот из деревень, они, конечно, идут, куда им еще устроиться, вот они идут в армию, в том числе и в Росгвардию. Здравствуйте, в эфире «Политпогода». И снова с вами я, Ксения Форова. Итак, в Свердловской области ожидаются грозовые бури и, по всей видимости и невидимости, сильные туманы. Потому что еще один тюменец будет руководить Свердловской областью. Это теперь уже бывший депутат Тюменской облдумы Олег Чемезов. Новый замгубернатора является собянинским, не меньше, чем сам глава области Евгений Куйвышев. Чемезов, между прочим, работал заместителем губернатора Тюменской области при Собянине. В Свердловской области Чемезов заменит, говорят, Александра Высокинского, который стал мэром Екатеринбурга. А в Пермском крае у граждан душит жаркая погода без осадков, потому что бывший депутат парламента Пермского края Александр Телепнев осужден на целых 2 года колонии поселения за избиение известного музыканта Андрея Ширмана, то есть диджея Смэша. Ой, я его так люблю. В Пермском ночном клубе в феврале этого года 38-летний Телепнев со своим вторым обвиняемым, осужденным теперь уже на аналогичный срок, причинили вред здоровью и средней тяжести диджею. Бедный диджей Смэш. И Телепнев, в общем, получил от Ширмана отказ на просьбу о фото и выразил свое расстройство побоями, потому что бывший парламентарий является мастером спорта по рукопашному бою. А теперь переносимся на Алтай. Там, по прогнозу синоптиков, ожидается неопределенный температурный фон. Ведь на партию власти махнул рукой только что назначенный губернатор, чем вызвал волну ветров. Очередным регионом, в котором разрешат самовыдвиженцам баллотироваться в губернаторы, станет Республика Алтай. И изменения в закон о выборах примет региональный парламент уже в пятницу. Временно исполняющий обязанности губернатора Горного Алтая на прошлой неделе был назначен Олег Харахордин. Но население Республики Алтай составляет 218 тысяч человек, и в ней всего один город. Тем не менее, руководство области опасается протестных голосований. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию после долгого перерыва мы вновь выкладываем на канале Крик Ньюс. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8-343-262-79-37. Пишите письма, ищите нас в соцсетях, добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю.